Всем привет! С вами Артём, и мы продолжаем играть Titan Quest Universary Edition. Так, давайте-ка начнем с наших способностей. Вызову големчика. О, ребята. Так. Надо сейчас еще вспомнить. Давно я не заходил в игру. Поэтому это нормально. Для меня сейчас что-то не уметь. Так, только где... А, вот, все, ресурсики как раз... Это что сейчас было? Ах ты собака! Бешеная. Ну, сволочь. Так, стоп, я за баблом вообще шел. А, это еще и босс местный. Так, за... можешь нести в смысле? Ты что такое брещешь? Как это я не могу нести больше? Да, реально не могу. А, хотя погодите. В любой непонятной ситуации можно разрулить ее методом тыка. Оп. Самое прекрасное во всем вот этом, то что мы начинаем рядом с сундуком. Твою мать, я забыл! Да, рядом с сундуком, в котором ни черта нету. То есть, да, тупая просто трата времени. Поднимаемся наверх, и нам надо идти дальше. Волки 39-го левела там ходят. Я думаю, вот так, да, огнем спокойно 39-го левела мы складываем. Вообще, как нефиг делать. Так, опять эти здоровячки. Так, големчик, давай. Я в себя верю. Блин, чё с... Мне какие-то яды накидывают и все такое. Самое прикольное, что они прям огромной толпой идут. Давай, давай, ядом туда, накидываем ядом. Больше яда. Больше яда. Так, о, это уже выход. Там еще следующая точка сохранения уже видна. Супер. Ну, сначала мы тут немножечко походим. Посмотрим территорию. А что ты подобрать-то хочешь? А, ясно. Ну да, сейчас надо, конечно же, подлутаться немножко. Точнее, не подлутаться, а сгонять и сбагрить все. Но сначала зачистим. Вроде тут как бы это, нет таких сильных-то ребят. О, идут, идут, идут. Ну, мы их складываем спокойно, пока что. Да я и не собираюсь это нести, я просто случайно нажал. Успокойся, не нервничай ты так, не нервничай. Так, а... Эксерские камни? Что? С кем ты сражаешься? А, это эти осы летают. Да ё-моё, иди в портал. Так. Граунберг? Я не помню, где... Я в игрушку не заходил пару деньков, а было дело. Пару неделек? Нет, 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 неделю даже. Где почти неделю я не заходил. Потому что наперед наснимала, а потом работа, 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 еще раз работа. И в этом времени совсем не было. То есть буквально, ну да, целую неделю я не играл в комп. Я работал, спал и просто выкладывал видосы. И больше ничего. Так, поэтому в некоторых играх я иногда туплю, но это привет, нормально. Привет, чужеземный воин. Угу. Говорят, ты ищешь боевой славы? Отлично. Ага. Германцев на наших границах хватит на всех. Германцев хватит на всех, ясно. Ясно, понятно. Так, о, почему у меня этот посох? Что я хотел? А, я вспомнил, все, я вспомнил. Я вспомнил, что я хотел. Так, сопротивление силам природы, восстановление энергии, увеличение опыта. Интеллект, увеличение... А, там на 8 аж увеличение опыта. Не подходит тогда. Так, доброго пути! Тут должен быть человечек, который мне... Нет, не ты. А тут есть вообще такой-то хоть? Тут вообще есть такой человечек, который мне может скипнуть этот... Но перековать оружие. Есть ли тут такой человечек? Да вроде такого человечка тут нет. Значит... А тут человечка со складом даже нет. Точно, о чем я вообще? Нужно сейчас перекинуть навыки.
А, на синее оружие навыки не перекинешь. Черт, я забыл совсем. Я совсем забыл об этом. Что синее оружие, все, оно синее, и живи с этим. Да, поэтому скинем пока что посох. Направляешься на север? Не проблема. Да, я знаю. Жаль, жаль, что на него нельзя закинуть ничего. До встречи. А, стоп, подожди. Я могу привезти тебе товары из севера и с юга. Угу, ну-ка. Я не знаю, может, что-то собралось. У меня вот эти камни, три, надо четвертый найти. До встречи. Стоп, подожди, а почему? Нужно что-нибудь перевезти через Альпы. Подожди, а почему у меня... Это посох? А, это скипетр. А почему я его не... детальки. Точно, я его не использую, потому что мне деталек не хватает. Так, 15% шанс, 150 урон, 3 урона в секунду. Это у нас на реликвии можно улучшить наручи и браслеты. О! Серьезно? Так, ну-ка, давай. Не беспокойся, у нас хорошие дороги. Я просто смотрю, у меня это, бонуса нет никакого, думаю, что за фигня. Предмет вроде не синий, какого хрена происходит. И означает, что я где-то профукал амулет, который был у меня на предыдущей... А, у меня не было амулета на предыдущей наручах, потому что они были синего цвета. Да, забыл. Так, ладно, погнали. Погнали, наверное, верхом сначала, потом низом. Как-то вот так вот сделаю и пусть догорают. Здесь много ос. Это мне, конечно же, не нравится. Ой, идет. Ну ты почти, ты попытался, парень. Просто есть 15% шанс на доп. Урон, и грех им не воспользоваться, правильно? Охереть, что происходит? Давайте вниз погнали. Я просто карточку хочу, карту хочу слегка подоткрыть. А дополнительные 150 ед урона, это нормально. Это поможет нам в бою в любом. Так. Да, хреначе мы, конечно, люто. Давайте топорик сюда и... свиток солнечного благословения. Нет, я хочу свиток какой-нибудь юзнуть. Свиток бешенства. Нет, свиток слабости. Вот, давайте свиток слабости юзнем. Ну, когда... Ну, просто мы инвентарь забиваем всяким хламом. У нас он никуда не расходуется. Меня напрягает это. Конечно, да, с другой стороны, это должно расходоваться на какие-то более топовые эти, но... У нас их как бы нету более топовых боев. Во. Ну вот, можно было, можно заюзать. Ты что делаешь-то? Зачем ты подобрал эту-то хрень? Так, это хрень, не подбирай ее. Да, жалко, единственный минус, свитки долго перезаряжаются. Тут уж вот, как ни крути, но это минус. Да пробегись ты вперед-то, ё-моё. Че ты тупишь-то? О, что-то зелененькое даже получили, нифига себе. Ну как, знаете, я не знаю, зеленый этот цвет или такой светло-зеленый. Вообще хорошая эта вещь, нехорошая. Ну, так, давайте смотреть. Ну, во-первых, вот так вот можно сделать, как минимум. Как минимум. Так, потом вот так. Ну, более-менее. Так, и здесь копье, которое никуда не влезет. Не, здесь хлам. А что зеленый это выпало тогда? А, это каска. Сила 220 надо. Кстати, каска очень хорошая. Смотрите, 125 защиты. В два раза больше, чем моя. даже больше, чем в два раза. Это, конечно, приятно. Вот как-то так. Куда мы пришли? Дикие пустоши. Давайте, фонтан воскрешения. Обязательно фонтан воскрешения. Дабы здесь... О-о-о! Здесь демоны летают. Хотя, смотрю, огнем они прям это, крошатся на раз. Прям реально на раз крошатся. Ну ладно, огонь очень сильный. Ну куда ты побежал-то от него? Понесся куда-то, хрен знает. Ой, на меня какой-то эффект накладывает постоянно, задолбал.
А я тут у тебя ворую. Че ворую-то хоть? Хлам всякий. Так, тут есть пещерка. О, пещерки — это хорошо. Да. О, задание. Фига себе. Задание вдвойне лучше. Ой, эти мерзкие твари вообще мерзкие. Не люблю их. Как вам ваш собственный яд? Нехиленько, да? Блин, главное, чтобы они не накинули на него, как в тот раз. Что это за крики остаточные? Вы слышите, сколько остаточных криков? А, они мочат друг друга! Я впервые это вижу. А, так ты еще и задание, ёпта. Я думаю, что они друг друга мочат. Ну, просто не бывало никогда такого, чтобы они друг друга мочили. А это, оказывается, задание. Ну, реально, монстры друг на друга не нападают. Человек, тебе нельзя здесь находиться. Да твои чё? Сородичи и так причинили нам достаточно вреда. Но ты отличаешься от них. Ты помогаешь. Может, ты даже поможешь мне еще раз? Мой пруд с каждым днем становится все мельче. А с ним иссякаю и я. К большой радости этих гадких бельвизов. Я хотела найти себе новый дом в одном из больших пресноводных озер. Но долго я без воды обходиться не могу. А эти злыдни не дают мне пройти. Но может, с твоей помощью мне удастся добраться до озер? Угу. Так ты поможешь мне еще раз? Да, конечно, конечно. Ну, твою мать, ну ты че? Все? Она исчезла? А, нет, она здесь. А, она со мной! Что-то выпало, что-то выпало. Лоза. А, лоза, фигня полная. Так, подожди, что тебе от меня надо-то? Я не понял. Какое дополнительное задание нам накинуть? Это, в принципе, NPC. Так. Короче, ладно. По вот этой воде надо идти и мочить всех, да? Это ты хочешь, чтобы я сделал? Ну ладно, давай погоним пока, повоюем немножечко. Она будет как дополнительный дальник. Что как минимум прикольно. По кому вы стреляете, объясните? Я вижу, урон идет, а по кому я не понимаю просто. Так, это там жуки, понятно. Так, есть здесь что-нибудь? Или здесь скалы уже? Да, здесь скалы идут. Все, ясно. Куда они стреляли, вообще непонятно. Тут-то ладно, тут жуки, вон они там сидят. Вот мы их мочим кучками. Нас твои валят. А ну-ка иди разберись с ними. Все? Задание комплит? И чё, типа? А дальше? Не-не-не-не-не, я знаю эту фишку. Я на такую хрень два раза не попадусь. Так, объясните мне, я выполнил задание, я за это что-то получил. Что произошло? Либо я не должен был убивать водяных духов. Что произошло? Так, так, дух те-те-те-те, он небольшой... К сожалению, вы не смогли ей помочь, и ей пришлось вернуться в родной пруд. Ты ёптовый за ногу. Ё-моё, это что такое? Охренеть, неожиданно. дополнительное задание обновлено. Коса полудницы. Не знаю, кто это, но это здоровый чувак. А, был, да, был вроде как квест у нас на него. Так, ты в родной пруд вернулась? Вот сюда же? Правильно я тебя понимаю? Ты ж тут должна стоять. Да, вот она.
Да, я снова здесь и все еще привязана. Пойдем. Появляйся. Погнали. К подругам тебя оттащить надо. Я, наверное, зря их мочить начал. Вот в чем дело. Мой косяк. Так, ну вот твой родной пруд. Там вообще кадово, ни хрена себе там жуков. Тебя снова надо вести, да? К какому-то другому пруду. Да? Опять? Снова? Не люблю такую хрень. Так, там вроде как никого нет. Ну, пойдем вниз спустимся. Может, твои подруги там будут сидеть? Так, ну, есть такая вероятность, но не факт. Так, о, коса. Косу надо вернуть, кстати, не забыть. Как ты это делаешь? Я еще ничего не успел сделать. А ты уже тут начал всех месить. Я смотрю, какой свиток можно заюзать, а ты уже тут половину... Че, опять что ли не получилось его выполнить? Да ладно, твою мать, как, что происходит? Я не понимаю. Мы, короче, не... Может, там на время квест? Потому что мы не успеваем ей помочь. Странно. О, жесткий карапакс. Да походу реально это задание на время, я просто не успеваю его выполнить. Потому что, ну, как вы видите, тут никого такого не было. Ну, из монстров. Давайте тогда я сейчас пробегусь лучше, посмотрю. Я не знаю, как это выполнить, это задание. Ну, сейчас мы тут пробежимся немножко. Ага. Так, что-то даже выпало. О, кровь демона. Кровь демона нужна, кровь демона важна. Эй, выбрось. Да, я понимаю, что она там, но... Куда мне ее отнести-то надо тогда? Точнее, не отнести, а отвезти. Давайте тогда обежим тут все, посмотрим. Потому что, ну, я не знаю, ее куда-то надо отвезти, а куда я без понятия. Где ей место? Я думаю, что реально задание на время. Если нет, ну, хрен тогда знает, что делать. Да как ты это сделал-то? Я только, блин, в него прицелился, чтобы шмальнуть, а он уже все. Так, тут еще куча жуков. Огромная просто куча жуков. Я здесь. И ни с кого ничего не выпало. Абсолютно просто. Огромную армию жуков мы... Слушайте, вот пруд какой-то здоровый. Может, тебя сюда надо привезти? Вот озера, озера, озера. Во, давай сейчас мы. Сейчас мы левую часть зачистим, обязательно. И, наверное, сюда ее и потащим. Потому что, ну, я другого варианта все равно не вижу. Я думаю, что это лучший вариант. Дайте угадаю, там по-любому написано озера в задании.
А, так, Нуки-дух оставился так небольшого пресного болотца. Просит вас помочь ей другому водоему через пустошь. Да, все правильно. Это мой косяк. Просто мой косяк. Все, всем лежать, не рыпаться. Да, надо просто дойти до соседнего водоема. Вот и все. И больше ничего. Ты не можешь это нести. Да я не собер... Да ладно, вот чё за прикол? Уже инвентарь фул? Фул. Это как, мать твою, так произошло? Что вот это вот за интересное место? О, с кучей ос. Ну, вы мне вообще безвредны. Я смотрю, я их реально одним этим залпом выношу всех и все. Так, тут как у нас дела? Тут у нас так себе. А, тут тоже не лучше, но хотя бы сможем, наверное, вот так вот сделать. А, там вообще что у нас происходит? Это что за прикол? Это как так? Так, ладно, давай сюда броню одну и свиток мифической силы. Вот этот свиток закинем. Так, тут под фул и тут еще 6 мест. А, тут еще 6 мест, да? Ну вот, на, держите. Смотрите, это кто? А, это лосяра. Все. Так, значит, давайте тогда берем ее сейчас под рученьки и к пруду. Ну, раз нам все равно ничего не остается. Так, ой-ой-ой, смотрите-ка, армия жуков. А я вас пропустил, что ли? А, я тут не пробегал просто. Все. Смотрю, думаю, откуда они тут. Так, где там? А, пруд внизу. Все, сейчас мы к водоему ее дотащим. Там спокойно это возможно сделать. Так ты поможешь мне еще раз? Конечно. Пожалуйста. Дяденька, помогите. Я дорогу домой найти не могу. Погнали. Все, сейчас все будет, не переживай. Вон твои водоемы уже. Близко. Походу, на конкретное время может находиться на суше. А потом она исчезает. Так, вот твои водоемы. Озера! Да. А награда на очко умений, дополнительное задание обновлено. 20 тысяч опыта. Озера! У нас получилось! Да. Ох, человек, я так тебе благодарна! Угу. Если мои сестры будут тебе враждебны, это благословение защитит тебя от их магии. Используй его с умом, угу. Если хочешь благополучно вернуться домой. Земли, которые простираются перед тобой, принадлежат богине. Не советую тебе туда идти. Спасибо. Так. Значит, расход на 2.6, длительность 2 секунды, 28 ед ответного урона огнем. Прикольно, но не то. Так. Огненный круг. На некоторое время герой окружает кольцо жаркого огня, которое оплавляет ближайших врагов. Расходует энергию в секунду 1, радиус 1,5 метра, 5 ед урона огнем. Хм. Интересненько. Дополнительный баф. Давай возьмем. Сразу 2 дает, точно, я забыл совсем. Где там у нас оплавление наше? А, свитки! Чего? Так свитки можно закидывать сюда? Это что за стёб? Это... Я... Как меня сейчас это подбешивает немного. Я не знал, что свитки можно сюда закидывать. Блин, вот это поворот. Привет. Ой, что-то выпало. А, фигня выпала. Вот это поворот, конечно. А, не зря она мне эту хрень накинула. Уже одни твои сестры. Это ч... Так, во-первых, выкинь то, что ты сейчас поднял. Во-вторых, что это за смерть была такая интересная? Не слышите звуки для... Когда они умирают, блин? Прям в яблочко. Минус 2. А я могу тут пройти? Да фигушки. Так, что по карте? Блин, карта это одни сплошные болота и озера. Как они легко умирают-то, блин. С одной стороны.
Если мои сестры будут нападать тебя, может, ты сделаешь так, чтобы они не нападали? Мать твою! Слушай, что-то не так. Они нападают слишком сильно. Реально слишком сильно. У меня хоть и защиты много, но слишком сильно нападают. Жертва. Согласен. В жопу я лучше спрячусь. Кто в домике? Я в домике. А, твою мать, они в домике. Я 4 нажал, шипы вылезли. Я забыл совсем про шипы. Жеванный торт. Так. Блин, свитки это хорошо. Свитки это очень хорошо. Реально, свитки это хорошо. Можно будет их выставить и не париться. Так, еще один квест. Интересненько. Интересненько. Привет, ребята. Куда ты побежал-то? Я отправил тебя забрать вот эту бутылку с зельем, а он унесся аж в самый низ. Чё за прикол? Так, чё тут у нас, денежки? Неплохо. Не тупить. Во имя какой богини вы сражаетесь, коллеги мои? Голем, ты что-то это, сильный что ли стал? Чё происходит? Ну ладно. Урод. Я думаю, мы вниз можем спуститься сначала спокойно, потому что вряд ли тут будет кто-то... Жертва. О, ожерелье какое-то нашли. Сейчас начнется. Ты не можешь это нести. Ну, смотрите, круг огня работает до сих пор. То есть, в принципе, это как доп... То есть есть у меня что-то на атаку огнем и что-то на защиту огнем. Ну, в принципе-то неплохо. Ну, то есть я могу и оружие урон добавить, и себе брони набросить. Так, это все, да? Ёб твою мать, это кто? Это нежить какая-то пошла? Интересно. Это призванная нежить? А кто ее призвал? Призвал, точнее. Так, и здесь больше ничего нету, да? Все, ладно. Сюда мы тоже попасть не можем, потому что тут вода находится. По воде он бегать не хочет. Отказывается, гад, бегать по воде. Ну, значит, все, можно тогда тэпаться. Ну, потому что времени не так много, да и скинуть надо все. Блин, опять не в тот город тэпнулся. Потому что у меня куча сейчас предметов, которые надо скинуть в склад. Я даже не знаю, зачем я их набираю. Просто так, наверное. Потому что реально набираю в огромном количестве и просто так. Плюс мы косу нашли. Косу кому-то надо отдать. Хороший вопрос, кому? Одним словом, просто кому-то. А кому, вот я не помню, косу надо было отдать. Доставляю товары из земель кельтов. Угу. Так, урон от кровотечения, урон от холода, урон обжигающего холода и урон здоровью. Ни хрена себе. Ну ага, то есть тут у нас... забери. Тут у нас снижает урон от демонов, а тут... И от всякой фигни. А тот, наоборот, накидывает кучу урона. Так, ну-ка. Что-то собралось. Давайте смотреть. Нет. 2 из 3. 1 из 3. 2 из 3. 1 из 3. Примула запах. А, 10 миллионов. Да, точно, стоп. А, да-да-да, точно, я помню. Так, нифига. Один артефакт. Один. Один. А, так это все целебный амулет. Целебная реликвия, склад. А артефактов у нас нету, пока мы артефакты не соберем. Не беспокойся, у нас хорошие дороги. Приветствую. Присматриваю за товарами, пока мой учитель, великий друид Артибус, не вернулся из леса. Забавно, может, он сказал. Может быть, тебя что-то заинтересует? У нас отличные дороги. Какое-то маленькое у меня дежавю сейчас произошло. Так, хочешь косу купить? Нет? Ну и фиг с тобой. Так...
Блин, защита от кражи энергии. Так, 6 ед урона, урона, урона. Ну ладно, давай скинем. В принципе, та штука тоже неплохая, но и наша. С тобой приятно иметь дело. Может, кому-то из вас надо косу сдать? Сомневаюсь, конечно, я в этом, но на всякий. Добежим, посмотрим. Просто я не помню, кому косу надо сдавать. А, тут есть этот чувак. Так сразу надо было сказать. Да, да, знаю, тут есть этот чувак. Все нормально, оказывается. Просто надо было подальше пробежать, и он был там. Какой... А, у него красного цвета это все, значок. Все, буду знать. Буду знать, что он тут есть. Так, а мне вот сюда надо. Скорее всего, косу им надо отдать кому-то. Кому-то из... Надо еще вспомнить, кому надо отдать косу, реально. Где мы ее взяли, задание на нее. Надеюсь, что в этом городе, потому что... Потому что... Так. А Нерти рассказывает, что она общается... Нет, но это точно уже далековато. Блин, кому же, кто же квест на косу дал? Хороший вопрос. Кто, блин, это был? Привет! Не интересно. Говорят, египтяне используют в ремесле настоящее золото. Или все. Да, это и так понятно. Но мы сейчас не об этом. Кто же это был? Кто же мне дал задание? Давайте просто, что я туплю, можно просто посмотреть. Это вряд ли. Так, вино. Это я не выполню. Кельтский плед. Так, напуганный сын. Вот, коса плудницы. Плудница, с которой вы сражались на пустошах, обронила отвратительную, но невероятно острую косу. Возможно, она вам пригодится. Ты сейчас гонишь, что ли? Серьезно? Ключевое слово «возможно» она нам пригодится. То есть, мы будем таскать эту хрень до скончания веков. У-ху, как-то так. Так, стоп, я могу как-то... О! Так, это 3, это 4, это 5, это 6, это 7, это 8. Так, а как мне... Какую кнопочку это меняется? На Y? А, все, ладно, надо запомнить. Все, уже забыл. Память как у золотой рыбки, 3 секунды. Это вода так обозначается? Как ты это подобрал? Объясни мне, что с тобой не так? Как ты умудряешься это делать? Подбирать то, что вообще никак нельзя было подобрать. Оно еще даже не выпало до конца. Ой-ой, здрасте. Теперь эти появляться будут? Прикольно. О, мощный топор. Мощный молот. Ну, молот мне не нужен. Нахрена он мне, правильно? Ага. А все, что ли? Разовое было появление такое? Так, а где задание-то? Или задание на другой стороне находится? Просто что-то далековато. В смысле, ты урон не получила? Это вообще сейчас пальнул не туда куда-то. Черти. Не делайте больше так. А, ну вы уже и не сможете, но все же. Эта вода какая-то странная. Она меня слегка напрягает. Ну вот, все сдохли почти. Так, щит. Могу на ту сторону перейти? Могу. Так, а вы тут ничего не охраняли, нет? Зря я это активировал. Ну ладно. Ё-моё! Чё происходит?
Охренеть. Вот это баба лютая. Так, а ты чё стоишь, яйца чешешь? Иди нападай. Иди нападай, сказал. Слушай, а до хрена из неё золото выпало, кстати. Я, правда, не могу посчитать конкретно сколько, но... Кажется, что до хрена. А, ты можешь тут пройти? Вот это поворот. Неожиданный. Реально неожиданный поворот. Я не думал, что он тут сможет пройти. А, ну тут мелко, да? Тут можно везде пройти, да? Так, раз тут можно везде пройти, то давайте посмотрим, что там есть. Потому что там квест, а я к нему не пошел. Вот, где-то здесь. Где-то здесь. Да сколько вас-то тут? О-о-о. Хоть бы по кому, по кому-нибудь хоть попал бы. Ради приличия. Хоть по одному бы, блин, попал. Где все ваши остальные? Это все, что ли? А чё пламя не работает? Подождите, я не понимаю. Пламя где? Где огонь вокруг меня? Не вижу его. Ну я просто не вижу его. Вот сейчас вижу. Чё за прикол? Это всё моя вина. Я всех ненавидел, хотел сбежать. Угу. Я думал, что сектанты помогут мне, сделают меня могущественным. Чё, помогли? А ещё я думал, что отец и все остальные их просто не понимают, как не понимали меня. Но они и правда оказались злыми. Когда я отказался предать свой народ, они решили принести меня в жертву нерти. Я обязан тебе жизнью. Я вернусь к отцу и попрошу прощения. Но умоляю, не рассказывай никому, каким я был идиотом. Не-а. Не хочу, чтобы они знали. Так, дополнительное задание обновлено. Напуганный сын. А, напуганный сын. Так, встретитесь с Ютком и его отцом в Глобурейте. Давайте. Я хочу выполнить квест, я не хочу растягивать его на потом. И, кстати, посох. Глобургер. Короче, он древне будет кого-то призывать на 20 секунд. Еще один плюс. Еще один прекрасный плюс. Так, с кем тут надо? Я тут сына тебе нашел. Кому надо сына отдать? Не понимаю. Где квест на сына? Кто из вас, может быть? А вот и ты! А я вот рассчитывала. Возвращайся, когда... Ты что, не видишь, что я... Так, стоп. Ну это глубоко... Да. Короче, да, то самое место. Кому сына-то отдать надо? Тебе, что ли? Нет. А нерти рассказывают, что она общается. Ну ладно, погнали сюда. Нет. Ну это там вино уже. По поводу вина идет разговор. Нет, стоп. Ну именно... Стоп. Чё за фигня? Подождите. Глобурге. Мы сейчас где? В Глобурге. Ну и? И где? А, вот он, мать. Спасибо. Благодаря тебе мой сын в безопасности. Угу. Так, задание напуганный сын выполнено. И мы получили вот эту хрень. А, вот, здесь, короче, 144 лет урона от яда в течение 3 секунд. А там урон от яда от 162 до 255. 65 яд проникающего урона. Тут еще 300 хп аж дает целых. А вот, дальше 1.4 нерв в секунду восстановления, 10 восстановления, скорость полета снарядов 41%. И вот тут он добавляет умение призыв древний, активное при атаке, 20 секунд перезарядки, дополнительное время жизни 60 секунд. А количество 2, характеристики, давайте прикольно что ли, заюзаем что ли, давайте. Где? Нигде. Не вижу. Нет, это все мое. А где древень? Что за зараза?
А, раз дразнить врагов? Нет. Так, шмальни куда-нибудь. Я не понял, простите, а где навык-то мой? Добавляет умение. Призыв древний. Активируется при атаке. Походу он... Не, спасибо. Спасибо, нет. А еще у меня есть славные ящики для трофеев. Ага. У меня целый склад есть. Клянусь Таутатисом и Лицетиосом. Так, стоп. Портал-то где-то тут, вон он. Задание, значит, с сыном мы выполнили, да? Осталось косу куда-то пристроить. Хороший вопрос, куда и кому она вообще нужна? Можно было бы ее скинуть на склад, в принципе. Она занимает не хиленько так место. Вот, и не париться больше о ней. А еще можно периодически применять свитки. Только бы надо бы понять, какие где... А, стоп. Только надо бы понять, какие где свитки. Вот как ты подобрал этот предмет? Я вот сюда нажал, предмет лежал, получается, вот тут вот. Я стоял вот здесь. Он физически не может добежать его и подобрать. Как ты это сделал? Не понимаю, блин. Как он подбирает предметы, до которых он не дотягивается? Что это за прикол? А еще враги, которые бегут аж до самого... Талова, чтобы меня одолеть. Меня не очень сильно прикалывают. Они прям до самого последнего бегут, чтобы со мной смахнуться. Так, опять эти нимфы водные. Да, босс, конечно, меня напряг. Но он дал мне задуматься о том, насколько я не силен в сия действиях. Белого ничего не подобрал? Никаких белых вещей? Вроде нет. Все, погнали. Давай, 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 топай ножками, топай. Нам еще там с кучей тварей сражаться. О, нифига себе, повылазили. А ты, твою мать, кто? Все? А, нет? Вы что думаете, я просто так сдохну? На что вы рассчитываете, я не понимаю. Простите, конечно, но вы сильно заблуждаетесь. О, какой реген ХП люто идет. Но это я еще зельку и бахнул, поэтому так и люто. А так не особо он и сильно хилит. Зато следующие навыки можно в броню закинуть. Я надеюсь, вы все поджигаетесь, когда на меня нападаете. Потому что я опять не вижу этой ауры огня. Что за прикол? Я не понимаю, простите, но я не понимаю, что с аурой не так. Вот, сейчас она есть. Или я по воде прохожу, и она исчезает. Если так, то это хреновая аура. Так, тут можно пройти, я уверен. Ну просто огонь сбить не очень-то и легко, но в плане... Ой, тихо-тихо, не подбирай всякий хлам. Кто там рычит-то? Ну ведь 5 урона, кстати, тоже, ну не настолько прям лютое количество, да? 5 урона, ну чё это, даже смешно. Ага, а здесь в любом случае надо вниз идти. Под водой будем проходить. Привет, пацаны. Пацаны, не такой толпой. Я не знаю, с кем ты там махаешься. А, с ним. Надо тебе помочь. С жуком справишься? А это летучая мышь? Погнали сюда. Жертва.
Да ты не переживай, я сам тут справлюсь, чего уж там. Я даже без понятия, правильно ли я иду, правильно я в том направлении я иду, не в том. Просто иду и убиваю всех. А там, как говорится, разберемся, походу. Да, вот мощный гер, конечно, был. Сначала подорвались на одном снаряде, потом на другом, потом на третьем. Не подбирай всякое говно. А, это было не говно, ладно. Да, по 5 урона как тебе получать, а? Аж по целых 5 урона. Так, это что, выход? Да, это выход. А, черт, опять эти сволочи, которые мне всегда не нравились. Так, все, это выход. Мы определились. Да, погнали отсюда. О, Мишка! Топтыгин. Фига себе, а ты откуда приперся? Так, здесь внутреннее это нет. Это еще ниже. Рано нам туда еще идти. Мы еще из карты хреново кучу мест не открыли. А уже спокойно, кстати, к выходу пробежали. Что меня немножечко радует. Но я смотрю, пещеры тут огромные. Не знаю, за эту серию успеем вообще их разведать, нет? Надеюсь, что успеем. Вот меня что напрягает, я одной волной огня убиваю как и, ну, скажем так, желтых противников, так и белых. То есть вообще пофиг. Вот это меня слегка разочаровывает. Ну, либо настолько мощное пламя, прям настолько, что оно прям крошит всех. Либо же враги какие-то слабенькие, сильно. Да дай выйду. Куда? Так, остров. Это остров, да? Ну, в смысле... В смысле, это именно остров, да? Ну, то есть... Сейчас скажу, объясню по-другому. Здесь можно просто погулять и вернуться. Просто я хочу зачистить пещеру. Ты что, его не убил до сих пор? Водичка тут прикольного цвета. Тут еще армия этих тварей. Как обычно. Так, и здесь задание. Фига себе, вы умудряетесь даже пройти сквозь эту хрень. Я-то, блин, точно бы не попёрся. А кто-то, кстати, даже умел вроде использовать, юзать эту магию против меня. Я слышу махач с кем-то. Воу, фиолетовая вода. Не люблю я тебя уже. Ах ты тварь лютая. Так, секунду. Ай-яй-яй, попал, собака. У-у-у! Все, кого-то мы завалили. Ну-ка, давай-ка сферку мне. Я не знаю, кто ты, но я тебя завалил. Ч,
что там за задание? А, ё-моё, это один из сюжетки. Один парень из сюжетки. Ладно, так, посох нашли. Говно. Ну, говно, что взять еще? А, ясно. Ну, вот так вот, другое дело. Хотя бы... О, кстати. Идеально все. Так, там нет ничего лишнего. То есть это был один из боссов по сюжетному заданию. Ну, неплохо, что. Наваляли одному. Только одному, блин. Еще троих надо найти. Но мне кажется, они все будут вот на этом вот милом прудике. Ну, то есть по пещерке мы разойдемся в разные стороны. И последнего... О, смотрите-ка. Последнего здесь и найдем. Ой, меня больше эти пугают, блин. Вот эти ребятки. Да, реально, они меня больше пугают, чем вот эти. Слабачье. Так, и тут больше ничего нету, да? Ну ладно, остров так остров. Так. Посох нашли. Нет, тоже фигня. Все одна фигня. Я просто не понимаю, куда у меня огонь исчезает периодически. Может, это глюк какой-то или еще что. Потому что так не должно быть. Он не должен просто исчезать. Так, значит, одного убили. Идем в ближайший проход. Там выпилим всех. Одни летучие мыши, так себе. Да, вот то, что он кружит, это, конечно, минус. Потому что хрен попадешь к нему. О, крылья летучей мыши. Слушайте, а крылья летучей мыши нам были вроде как нужны. О, я пробежался и подпалил их. Все. Фигня работает. Нормально. Так, стоп, что-то не так. Что не так? А, мы туда не сбегали еще. Ясно. Я смотрю, что-то не так. Какой-то кусок территории неразведанный. Вот сюда вот мы не побежали. Причем зазря. Причем зазря. Так, забирай кости. Что ты тупишь? Так, и... Желтенький предметец. Бронька. Кираса. 63. Да не, у меня 160. Я думаю, я свою менять не буду. А, так, крыльев, летучей мыши, клыков, зубов и всего остального тут нету. Так, сюда можно две зельки скинуть. Даже 4. А отсюда забрать вот это. О, другое... Так, стоп. Другое дело. Ну, инвентарь все равно уже забивается. И, я так понимаю, все. Там уже выход остался только, да? А, нет, еще направо куда-то сгонять можно, и выход, и больше ничего тут нету. Ну, такое себе подземелье, маленькое. Хотя не, здоровое, здоровое. Ну и врагов огромное разнообразие, что, конечно же, радует. Вот, нет, реально, я не знаю, что стало с играми, но в последнее время. Но вот Titan Quest одна из самых, я считаю, крутых игр в плане, ну вот, у него много плюшек, то есть рандом, конечно, меня иногда напрягает, но да ладно. А, я к тому, что тут много разных видов монстров. И кажется, мы сейчас столкнемся еще с одним. Амулет... так, амелонерты? Что? А почему закрыто? Сейчас эта дверь заперта. Так это даже не дверь. А-а-а! Ясненько. Вот это пентаграмма. И тут босс должен сидеть. А вон он гуляет. Ай, ну как ты меня спалил? У него такие же навыки и заклинания, как у меня. Ну, в смысле, защитные. Но он наносит очень мало урона моему. А, он не наносил ему урон. Потому что у меня работало заклинание.
Да, ему урон не идет вообще почти. Но он сдохнет сейчас. Вот и все. Минус еще один босс. Так, стоп. Давай вот это сначала откроем. Ты не можешь нести больше. Ты сейчас прикольнулся, что ли? Ну, давай вот это вот немножко подсортируем. А, тут сортируй как... Так, что мы еще тогда туда можем закинуть? Свиток взамен на зельки, взамен на... Да тут нечего менять. Тут как ни крути. А меч лишний. Так, если мы сделаем вот так. А, даже так. Так, и вот это вот сюда скинем. Сейчас я, как обычно, выйду из положения победителем. Да, это коса, блин, конечно, дополнительное место занимает. И все такое. Ха, я же сказал. Так, а здесь сейчас просто куча бабла будет, и вряд ли что-то сильно ценное. Инвентарь полон. Инвентарь полон. Да, я понял уже, понял. Так. Ладно, валим. Потому что, скорее всего, сейчас идем вот сюда именно. Потому что, скорее всего, сейчас придется в склад скинуть косу. Я не знаю, за каким хреном она мне нужна. Но она нужна обязательно, конечно же, нужна. Где-нибудь, когда-нибудь, возможно, я она бываю пригодится. Я бываю в Иллирии на востоке и в Иберии на западе. Угу. Возьми с полки пирожок и положи его обратно. Так. Что-то у меня ведь еще было, помимо всякого этого хлама. Вроде до все. Встречи. Если у тебя есть вопросы, спрашивай. У меня слишком большой разброс у оружия. Я не любитель, когда разброс такой здоровый именно. Ну плюс посох у меня очень хороший. Бафчик мне накидывает один дополнительный. Блин, 11 миллионов. Карл, 11 миллионов, конечно, это сильно. Это, конечно, сильно. Так, а тут все, да? Всё. Да прибудет с тобой Суцел. Ага, точно. Пусть прибудет. Я вот думаю, я же сейчас не заюзал ничего на босса. Ну, то есть мы с ним смахнулись, я ни хрена на него не заюзал. То есть вся эта дикая куча свитков, которые я с собой таскаю, я на него не заюзал. Вопрос, нахрена мне их с собой таскать? Если я их не юзаю на него, что происходит? Да, потому что нажать Y, вспомнить о этом. Вспомнить, какой вообще навык, что дает. Так, вот давай, что ты даешь. Свиток солнечного благословения, нафиг. Свиток крушитель, о. Дверь заперта. Ну ладно, я постарался. Я попробовал. Так, значит, нам надо будет туда попасть как-то с другой стороны. Да, походу. Ну что ж, на этом мы, наверное, пока что закончим. Эту серию. А в следующей серии уже как раз таки выйдем на свет. Посмотрим, что там за горы твари нас ожидают. И попытаемся забрать вот этот вот амулет Амела Нерты. Как раз у нас по квесту мы закрошили второго. Убить еще одного и убить еще одного. А Амела Нерта это вообще дополнительно, как и найти Атлантиду. Кстати, сколько мы заданий вообще не выполнили? Так, тут как минимум два. Тут все. Тут еще одно. Это уже три задания. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 заданий побочных не выполнить просто. Так, отнесите вино. А, ну вино я профукал. Так, отдайте краски ткачихе. Краски? Не находил их. Ладно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока.